Тем временем около 400 казахстанцев находятся под наблюдением с подозрением на птичий грипп. Однако фактов передачи вируса человеку пока нет. При этом, как отметил глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев, болезнь можно подхватить только при прямом контакте с зараженной птицей и в редких случаях при употреблении мяса или яиц. По его словам, заболевание не передается от человека к человеку. Сейчас работающих на птицефабриках сотрудников обследуют врачи. У всех состояние удовлетворительное. Также хотел бы отметить, что в период регистрации птичьего гриппа на территории Казахстана усилен контроль за мясом птицы и продукцией птиц, в том числе его реализация на объектах торговли. Проводится ежедневно документальный контроль, то есть это проверка ветеринарных справок, ветеринарных сертификатов и декларация соответствий. Также проводится отбор продукции для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Общее количество павших птиц на личных подворьях составило почти 13 тысяч голов. На птицефабрике в Северном Казахстане порядка 40 тысяч. 17 сентября 2020 года Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан были введены временные ограничения на ввоз птицы и продукции птицеводства из 7 районов Северо-Казахстанской области, а также одного сельского округа Айыртауского района. 129 миллионов тенге будет выделено на массовую вакцинацию домашней птицы в Шымкенте. Как сообщили в городском управлении сельского хозяйства и ветеринарии, усилить профилактические меры в регионе было решено после вспышки птичьего гриппа в Северо-Казахстанской области. Там также добавили, что в связи с эпидситуацией завоз продукции из северной части страны в южные временно приостановлен. Мы провели все профилактические работы. Сегодня наложен запрет на завоз продукции из Северо-Казахстанской области. Поэтому ни скот, ни продукты оттуда мы не ввозим в Шымкент. В этой связи опасность распространения инфекции у нас исключается.